как вас правильно подписать? Косенко Виталий Анатольевич, журналист украинской правовой газеты «Дорожный контроль». Виталий, скажите, почему вы здесь, какие ваши требования, что вы хотите? Мы здесь сегодня после резонансного интервью Виктора Трофименко. Наши требования восстановления в службу ГАИ, значит, объективного расследования по Погорелову, который, по нашим данным, уже написал рапорт об увольнении. Ну, это основные наши требования. А там сейчас будут названы фамилии, которые фигурировали в коррупционных схемах, коррупционные схемы, которые в Николаеве преобладают. А вы можете сейчас проговорить эти фамилии и назвать? Потому что это считаю, что мы вот уже сейчас вы называете. Принесите список. Вот. Не-не, принесите список. Дайте, пожалуйста, бумаги. И как бы озвучите ваши требования. Значит, что у нас? У нас тут МРЭО. Это вот один из самых-самых-самых коррупционных схем города Николаева. Коррупционнее, чем МРЭО, нету. Здесь все. Здесь и покупка номеров. Ой, здесь, сейчас вам скажу, здесь получается Козловский, это дружба переросла в их семейный бизнес, значит, это семейный бизнес, который крышует МРЭО, потом получается, сейчас. Тут получается Росинец, который пьяным ездил по пляжу, люди. Это все, вот у меня здесь интервью инспекторов ГАИ, нескольких, трех, я встречался с ними, которые описали, что вот Якитория принадлежит определенному руководителю. Потом, насколько, значит, Лозинский есть такой, значит, это Коблевская рота. Он всю свою семью подтянул туда, и там крышуется все. И люди абсолютно не имеют никаких знаний в ГАИ, а работают тут люди, именно инспектора ГАИ требуют, чтобы они прошли аттестацию и насколько они адекватны. Так, я вкратце читал здесь, пока ехал, значит... Погорелов, значит. Что такое Погорелов? Значит, мы ездили снимать его дом, делали со съемочной бригадой. Значит, чтобы вам было понятней, Погорелова дом — это как пол Межгирья. Значит, работают люди там, лужайки, красиво, все очень дорогостоящие материалы, выход на пляж, лодки подъезжают, можно подъезжать на скутера, значит, ну... Так что вы требуете по поводу всего этого? Объективного расследования по Погорелову, объективного, чтобы прокуратура занялась, узнала, откуда средства, на каком основании, почему, значит, же есть запись того, что Погорелов говорил о том, что... Он с 2006-го занимает эту должность, и что никто не сможет его отсюда подвинуть, ни одна власть, насколько... Ну, очень укоренился Погорелов здесь по... Значит, мы можем даже к любым хозяевам маршруток обратиться города Николаева, они могут нам дать, насколько все было проплачено, и они каждый день выходили... То есть, если маршрутные транспортные средства выходили на линию, то это постоянно все было проплачено. То есть, все за все платилось. За номера, за... Получается, вот смотрите, если тут человек описывал, если раньше до Погорелова номер, допустим, 24-24 мог попасть бесплатно кому угодно, то уже после Погорелова этот номер стоил 1200 гривен, номер 24, ну так любой, это две одинаковые похожие цифры, три цифры одинаковые, 4500 гривен, все это уходило в карман Погорелова конкретно, все это крышевалось его родственниками, значит, получается, тут из-за брата его рассказывали, что брат его Юрий, наблюдал за МРЭО, чтобы все было правильно, чтобы финансы поступали только ему, чтобы ничего ни налево не шло. В общем, семья хорошо здесь укрепилась и держала город Николаев. То есть вы требуете, чтобы и по всей семье... Вы можете проговорить просто? Совершенно верно. Наши требования по всей семье провести расследование. Кто что делал. Вот Юрий, получается, брат Юрий, это человек, который приглядывал за МРЭО изнутри. Дабы никто не сделал шаг без ведома влево-вправо. А помимо Погорелова, вы там называли еще фамилии, вы можете как-то суммировать как-то в одно предложение, что помимо Погорелова мы требуем там что еще? Угу. Помимо Погорелова мы требуем восстановления. Ну, я уже сказал, Можете еще раз проговорить. Я уже сказал, что да, конечно, обязательно мы требуем, это основное требование, чтобы Виктора восстановили на работе. В любом случае, Виктор сегодня еще даст хорошее интервью, он расскажет почему, он перечитал много комментариев. Мы с ним переговорим по этому поводу, да. Но у вас там были еще фамилии, вы можете просто озвучить в одном общем предложении. Хорошо, давайте расскажу, конечно. Значит, помимо Погорелова вы требуете... Козловский, это дружба переросла... Можно как бы несколько фамилий назвать?